Или я рассказываю вообще случай, вообще потрясный. То есть муж уже во все, у него крыша съехала, такой берет жену, короче, и из дома выгоняет просто ее. Ну, из ну, своего, она в его доме как бы жила. Ну, выгоняет из своего дома ее. И она такая, и она включила вот эту игру. Она говорит, а я не уйду. И он берет ее прям за руку, тащит, она сопротивляется, по полу вот так корябает руками как бы. Дверь как бы вытаскивает, она вот так раз сделала. И он ее тащит и орет, давай, уходи, все. Она, не уйду. Я тебя люблю, ты мой муж. И понимаете, он тащил ее, тащил, когда силы кончились, он сел такой и понял, что это его судьба. Не, серьезно? А потом он такой говорит, а что вот, он начал с ней разговаривать, а что вот, ты не поняла, что я тебя выгоняю вообще? Это же жестокость, ты должна была понять и просто из принципа уйти. Она говорит, а что это никакая не жестокость, ты просто на работе устал, и все, психанул, бывает. И он такой бабамс, его воткнул, он понял, что вот это и есть любовь. Понимаете или нет, о чем я говорю? Вот это, видите, атмосферу правильную создать. Даже в такой, я вам рассказываю, критические ситуации, в которых вообще как бы, ну вот представьте, вас выгоняют из дома, что остается делать? Идти просто и уходить. Она не ушла, и он понял, что это его судьба, понимаете? Представляете, как можно вообще ситуацию исправлять, вот если правильно себя вести в этих ситуациях в разных.